Шон? Шон, проснись! Шон! Твой совет оказался очень полезен. Шон! Шон! Так, вам кажется, что вы меня знаете, но я не знаю вас. Я капитан Колтер Стивенс. Ты меня пугаешь. Чужая жизнь. Нет. Чужое тело. Давай поговорим, Шон. Я не знаю, кто такой Шон и кто вы. С возвращением, капитан Стивенс. Где? Внутри исходного кода. Что такое исходный код? Компьютерная программа, капитан. Исходный код позволяет переселиться в тело другого человека за 8 минут до конца его жизни. Но сегодня... В 7:48 утра взорвалась бомба в электричке в пригороде Чикаго. Все пассажиры погибли. В том числе некто Шон Фентресс. Теперь вы — это он. Вспомните, капитан, кто мог взорвать поезд? Да откуда я знаю, черт возьми? Попробуйте снова. Стойте! Ну, так что скажешь? Вагон тот же, но все по-другому. Это его миссия. Мы узнали, что следующий теракт произойдет через 6 часов. Если найдете террориста, мы предотвратим взрыв. Сосредоточьтесь на пассажирах. Ищите тех, кто нервничает. Как всегда, у вас будет 8 минут. 8 минут. И снова взрыв. Что бы ты сделала, если бы знала, что жить осталось всего 8 минут? Наслаждалась бы каждой секундой. Я хочу вернуться. Я спасу ее. Не слушайте, это невозможно. Кристина умрет. Не обязательно. Нельзя изменить текущую реальность, находясь внутри исходного кода. Найдите в себе благородство разрешить мне попытаться. Джейк Гилленхолл, Мишель Монахэн, Вера Фармига и Джеффри Райт. В чем дело? У него проблемы. Скажи, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Исходный код. Скоро на экранах.